Глядя на эту картину, представьте, что он догадался сделать. Провести диагональ клетки. Глядя на эту картинку, вы теперь легко сможете решить собственную задачу, ради которой. Мы должны расположить грань искового куба так, как нам только что объяснили. И у нас все получится. Наконец-то нашелся крючок. Это какая? Ну, нижняя, наверное. Пиши букву «Я». Молодец, дальше. Все, все, на самом деле, суть ты понял. Надо дальше, пиши дальше. Вот так. Это будет грань верхняя. Пиши сюда букву «В». Буква «В». Отлично. А вот теперь интересный вопрос. Это. Это что такое есть? Это то, что справа. Смотри, вот это, и если честно, вот это тоже. Правый край. А догадайся, что вот это такое? Это левая. А вот интересно, что такое это? Правильно. Смотрите. Молодец. А теперь заявление. Единственный способ для того, чтобы это понять самому, это взять настоящий листок бумаги, только нечестно занять, а дома, и действительно это нарисовать и действительно вырезать, посмотреть. Пока вы ленитесь, пока вы думаете, что пусть кто-нибудь, ничего хорошего не будет. На самом деле надо взять ножницы, как только придете домой, и